любви, крылья ангела нужны. Светлый ночь, гони прочь, свет зари, путь любви, крылья ангела нужны. Вашего города, прекрасного города Шостка, Road Angels, ваши аплодисменты! Огромное спасибо ребятам, они открывали нашу сегодняшнюю большую концертную программу, и мы очень благодарны им за сегодняшнее выступление. А сейчас, дорогие друзья, я хотел бы с большой честью объявить человека, без которого сегодняшняя наша программа в принципе, тоже бы сегодня не состоялось. Я хотел бы пригласить бы на эту сцену ведущего сегодняшнего концерта, заслуженного работника культуры Украины Бориса Маланюка. Встречайте! Спасибо, я уже здесь. Аплодисменты были очень такие, знаете, такие, да, бледненькие, видно, не заработал еще раз.
Итак, ведущий сегодняшнего концерта, я уже на сцене, спасибо. Ну вот теперь где-то, вы вообще сегодня не стесняйтесь, потому что ваши аплодисменты для нас, это как 13-я зарплата, которую мы никогда в жизни не видим, понимаете? Поэтому мы сегодня должны получить не только зарплату, но и 13-ю от вас. Дорогие друзья, я хотел бы сегодня поблагодарить вас за то, что сегодня на нашем празднике очень много детей. Это большое, как бы, доверие к нам за то, что вы привели их сюда. И вы знаете, я буквально вчера был в городе Ужгороде, это Закарпатье. И вот после концерта подходят ко мне дети за кулисы, знают, что я люблю собирать анекдоты. Говорят, дядя Боря, можно я вам рассказать анекдот? Детки так стали, достали эти калькуляторы, бульбуляторы, начали там считать. Минут через 10 Вовочка поднимает руку и говорит, Галина Ивановна, это очень просто, вам 24 года. Она говорит, верно, откуда ты знаешь? Когда я дома говорю такие глупости, папа называет меня полудурком. Но мне всего лишь 12 лет. Вот дети поняли, как взрослым как-то сейчас немножко так. Дорогие друзья, итак, мы продолжаем нашу программу. Я вам обещал, что сегодня у нас будет очень много новых встреч.